Добрый вечер. Если слышно, поставьте плюсы. Видно, что вроде слышно. Всех приветствую. Как обычно, вторник, вебинар, посвященный ситуации на рынке. Разные технические моменты, больше фундаментала на самом деле. В отличие от других вебинаров Emerald Markets, здесь больше всего фундаментального анализа. По крайней мере, я стараюсь, чтобы его было больше. Ну и в целом видение рынка. Видение ситуации, видение сигналов для входа и все, что нам поможет торговать чуть лучше, чем раньше. Ну, начнем с чего? Как обычно, у нас картинки, инфографика разная. Давайте с нее и начнем, потому что я набрал немало интересных графиков, достаточно интересных. Наверное, многие из вас эти графики не видели, не слышали о них. Во-первых, они свежие и актуальны. Сейчас я их открываю, а потом все вместе покажу. Во-первых, они свежие и актуальны. А во-вторых, они оригинальные. Ну, так скажем, не то, что мы видим в MetaTrader, не то, что видно вот на графиках, на каких-то там платформах. Так, секундочку. Открою все сразу. Тут и экономика, и не очень экономика. В общем, все, что может нам пригодиться, все, что может быть интересным, выглядеть интересным и поможет нам в осознании ситуации. Даже биткоин открою, так как по нему тоже очень много информационного и шума, и событий важных. Так, хорошо, все, вроде все открыл. Начнем с простых вещей. Для этого нужно включить экран. Сейчас он запросит доступ. Вот уже нас побольше, чем было в начале января. Праздники закончились. И вот теперь пора заняться делом, пора заняться рынками. Вот. Раз. Загружаем. Каждый раз требуется сделать. Ну и, собственно, все вроде. Разрешить. Значит, вы должны уже видеть как минимум вот картинки. Совсем не та, которую я хотел вам показать. Давайте начнем с чего-нибудь интересного. Видите ли вы... Treasuries, а график по облигациям, вот он должен быть на экране. Не видите. Тогда минуточку запущу. Вот теперь должны видеть, да? Как только появится плюс, я продолжу. У меня показывает, что вы все видите. Что, да, отлично, он пишет, что видно. Окей, смотрите, впервые за долгие годы, доход с 2008 года, впервые там за 10 лет почти, доходность двухлеток приблизилась к 2%. Это впервые с 2008 года произошло, вы видите. Это облигации США, облигации казначейства США, это, значит, госдолг, доходность растет, цены падают, то есть когда спрос большой, доходность низкая, если спрос низкий, доходность большая. На самом деле он не связан со спросом, тут просто меняются ставки в стране, поэтому инвесторы просят по облигациям больше, чем раньше они просили, потому что, собственно, ФРС повышает ставки. Здесь процесс вполне понятный, но вот впервые достигли пика, то есть это... мягко говоря, такая ласточка первая, предсказатель дальнейшего продолжения роста ставок. Ну, оно и понятно и без облигаций. Вот рынок облигаций достиг уровня 2008 года. Когда-то облигации двухлетки давали 5% в 2005-2006 году, а были времена в конце 90-х даже 7%. Это очень много, на самом деле. Сейчас таких ставок вообще ни в одной стране, наверное, нет. Хорошо, идем дальше. Закроем этот график, откроем другой.
Ну, давайте вот этот график откроем. Переключимся. Вы пишите каждый раз плюсы, чтобы я понимал, что теперь новый график открыт. Вот теперь новый график – это рост прибыли компаний. Вы видите, что, наверное, по сравнению с ожиданиями, скорее всего, expansion of earnings expected to continue. Ну, ожидается, что рост прибыли будет продолжать расти, да, так же, как и рост в 2017 году бурными темпами. Наверное, не секрет, что рост фондового рынка отчасти связан и с этим. Да, высокий уровень ликвидности, много наличных денег, все в экономике хорошо, но вот еще один показатель того, что все было в экономике хорошо в 2017 году, это рост прибыли компаний. По развивающимся рынкам, желтый столбик, рост был вообще дикий, там по 30%, по S&P 500 там 12-13%. В этом году ожидается, что экспансия, рост корпоративной прибыли продолжится. Ну вот посмотрим, как на самом деле будет. Ожидать-то можно все что угодно. Сезон отчетности начался, и вот буквально с этой недели начинаются самые большие отчеты крупных компаний. На 31 января, например, несколько моих компаний отчитываются, те, что у меня в портфеле. Так что будем ждать. Что еще у нас есть? Из графиков хочу вам показать волатильность и, собственно, сейчас вы увидите, вот. Посмотрите, тут таблица показывает нам, что сразу же после самого низковолатильного года начинался высоковолатильный год. Ну вот, например, возьмем 95-й год. S&P вырос на 34%, там просадка и так далее, здесь статистика по ней. 1%, 13 раз было движение на 1%. На следующий год 20%. Так, подождите, так не получается, что тут они в заголовке пишут, что... А, next year, окей. Значит, вот как только низкая волатильность и рост S&P, в следующем году она вырастает, то есть больше, чем была. То есть было 2,5, стало 7,6, там 5 в два раза усилилось, было минус 3, стало 9. 64-й год, кстати, один из таких годов, как вот этот текущий, точнее 17-й был, 13% вырос рынок, и всего 3 раза рынок двигался на 1%. Ну, наверное, имеется в виду вниз все-таки. А уже в следующем году 8 раз, или вот возьмем 17-й год, 8 раз было движение на 1%. Посмотрим, что будет в следующем, в 2018 году. 13.38, утроилось количество дней, когда колебались рынки более чем на 1%. Тут удвоилось почти, тут утроилось. А в 61-м вообще в 4 раза больше стало. То есть почти всегда, кроме 58-го года, количество дней, когда движение было больше чем на 1%, то есть вот хорошая волатильность, удваивалось, утраивалось в следующем году. То есть следующий год был волатильным, более волатильным, чем предыдущий. Ну что, посмотрим, что будет в 2018 году. Будет ли такая же статистика, как хотя бы в 64-м, потому что 17-й был, как я сказал, очень похож был на 64-й, прям по продолжительности, видите, 3 и 8. Хотя я не помню, что в 2017 году 8 дней было по S&P, прям чтобы на 1%. Мне казалось, вообще их мало было, 3, 4, 5 максимум. Оказывается, нет, было 8 дней. Ого, как много, да? Волатильность какая? Всего 8 дней, движение 1%. А, наверное, все-таки вверх тоже считается. Хотя если бы было вверх, то было бы больше намного. Ну ладно, бог с ними. Хорошо, среднее движение вот за эти годы 3,9, и в следующем году почти утраивается, 12,1 точно утраивается, и медианная минус 4 удваивается. Так что вот так ждем. Но, конечно, S&P в следующие годы тоже рос. Видите, не все годы заканчивались для S&P падением, то есть после роста мог начаться еще один рост. Но волатильность, речь идет именно, видите, low volatility, you tend to see more volatility next year. Речь идет о волатильности, как бы рынок не рос, он делал серьезное движение вниз. Вот то, что называют pullback. Вот так что на заметку всем, очень хороший год был 17-й с точки зрения и роста 19%, хотя это может продолжиться, как в 95-м году было 34 и снова 20, то есть за два года удвоился
ну не удвоился, почти удвоился. Также по волатильности было 8, ну и сейчас, наверное, будет раза в 2-3 больше движений. Так что ждем. Я не верю, что прям вот такая низкая, дико низкая волатильность продлится еще один год. Но это будет уже чересчур. Сколько я от скуки умру. Что у нас еще есть? Так, вот что касается Китая. Вот сегодня у нас в чате трейдерском, я на всякий случай оставлю скайп, может кто еще хочет в чате у нас иногда общаться, когда что-то хочется обсудить. Вот добавляйте ко мне, я вас добавлю дальше. Вот здесь у меня график. Значит, что это за график у меня? Да, это я, конечно, этот график скачал совсем недавно и даже не разбирался в нем. Но я так понимаю, это количество неконкурентных заявок на аукционах. То есть заявок, когда сторона, которая хочет купить облигации, желает это сделать по любой цене. То есть не по любой, а по средневзвешенной цене. Потому что боится, что ему не достанется сколь-нибудь, да, облигаций. Так вот, идут разговоры о том, что Китай сокращает там вложения в американские облигации. Сегодня даже они рейтинг снизили американским облигациям. Кто-то скидывал новости, я не дочитал. У нас в чате было. Но как бы там ни было, все-таки спрос достаточно сильный. С 16 года чуть ли не максимальный рост на indirect bidder. Я так понимаю, могу ошибаться, это неконкурентные заявки. То есть я вот работал тоже на бирже. Покупатели, банки могут давать прямые заявки с доходностью, с указанием доходности, например, там 2,2% они хотят. И могут давать заявки без указания доходности. То есть вот средневзвешенная какая будет по рынку, да, сегодня на аукционе, вот по ней и давайте. То есть я не претендую на высокую доходность, потому что если я напишу 2,7 и мне не достанется, я останусь без облигаций. Поэтому я хочу получить облигации в любом случае, и доходность будет средневзвешенная по дню, по сегодняшнему, да, аукциону. Когда такие заявки выставляют, это значит, что денег очень много и хочется просто куда-то вложить и не гоняться за доходностью. Вот сейчас вот такой момент, видите, я не удивлен. Почему я не удивлен? А вот все это было понятно. Вот теперь как бы вы знаете, что касается облигаций и их заявок, что вообще на рынке происходит. Давайте о сезонности поговорим. Тут нам система намекает, что система, то есть статистика намекает, что сейчас увеличу шрифт. Январь. Насколько январь в каких индустриях был положительным, в каких не очень. Например, сегодняшний день, если взять Dow Jones, сегодня две самые растущие бумаги были в healthcare, в здравоохранении. Вот что значит сезонность. Видите, работает 1,2% максимум. IT первое место занимает в S&P, правда, я Dow Jones взял, и второе место занимает healthcare, там прям просто средний 1,2. Кстати, сегодняшний день очень даже характерен для вот этой таблицы, он подчеркивает, подтверждает. Ну и сырье минус 1,2. Ну, про сырье не могу сказать, потому что нефть растет, commodities растут, навряд ли сырье в этом месяце так сильно, точнее, компании, занимающиеся сырьем, так сильно падали. А вот industrials тоже не получается, например, за счет Boeing, Caterpillar, двух компаний, которые сегодня очень сильно росли. А сегодняшняя статистика, по крайней мере, опровергает. Но вот здравоохранение в январе всегда росло. А не знаю, с чем связано. Может, в начале года фонды выбирают безопасные бумаги, может, еще что-то, но вот статистика есть статистика. Значит, вот тренды января. Что еще здесь можно сказать? Price performance в среднем, вот такая была статистика. Максимум там 5% и так далее. Ну ладно, это в общем для любителей цифр. Еще один у нас график. Нет, это код, это нам в скайпе скидывал один из наших участников. Там по золоту. Это так называемый COT. Да, код его называют. Начнем другой, откроем. Да, S&P. Вот еще один график, который хочу вам показать. Это, вот, надеюсь, видите, это S&P, рост доходов в S&P, прибыли компаний.
Ну, мы об этом уже говорили сегодня в начале. Вот еще один график. Значит, это S&P Trailing Earnings. Это прошлый, вот, год к году, то есть текущие доходы. Вот то, что отчитались компании, уже известно, известные прибыли компании, и вот, собственно, вот так они растут. А черная линия – это forward, это прогнозы аналитиков. Вот видите, прогнозы как оторвались, показывают все выше, выше, выше рост, и действительно доходы растут, так что рынки настроены очень оптимистично по поводу будущих доходов. Вот, возможно, тренд продолжится. Вот, например, 12-13 аналитики недооценивали рост прибыли корпораций, и прибыли росли быстрее, чем форвард. Здесь в 9-8 вообще страшное что-то происходило. И аналитики улучшили прогнозы, и действительно прибыли выросли очень сильно. Вот давайте кризис посмотрим, что происходило. Аналитики недооценивали сначала падение прибыли корпораций, а потом переоценивали. Видите, черная линия идет впереди синей. Так что теперь они переоценивают. Посмотрим, чем это закончится. Ну вот пока чуть больше переоценивают, чем на самом деле. Но важны тренды. Посмотрим, чем закончится, что это вообще принесет на рынок. Вот как раз сезон отчетности в разгаре. Что еще могу вам показать? Ну это ладно. Это просто график, не имеющий отношения к рынкам, но кому интересно, посмотрите страны, куда американцам не рекомендуется ездить, ну, с их визами, да, или безвизовым въездом. А вот есть одна страна, куда их же Госдеп не рекомендует. Видите, Госдепартамент США не рекомендует ездить из бывших советских стран. Это Россия и Украина с Азербайджаном на втором месте. То есть туда нужна особая бдительность. А вот во все остальные страны, в общем-то, американцам можно ездить. Вот так я удивлен. Удивлен, что в топе, ну ладно, с Россией как-то еще понятно, в топе вот именно эти страны. Чем они не угодили, почему, например, не Туркменистан, Узбекистан или там Армения или Грузия. Ну ладно, Грузия, окей. Там Казахстан, а именно эти страны. Ну вот так, Госдеп есть Госдеп, он так им рекомендует особо не расслабляться в этих странах. Ну и еще один у нас есть график. Биткоин. Вы слыхали, что сильные обвалы, биткоин падает прямо вот на глазах. Сейчас курс 11500, еще недавно 20 тысяч было, 11500, на фьючерсы падают, вот сейчас CNBC как раз покажет биткоин, фьючерс там был, показывает падение на Чикагской бирже фьючерсов на биткоин, и на всех электронных площадках они падают. Вот здесь у меня средние дневные колебания с 12 по 17 год. Вот так он рос в сентябре, в ноябре. В январе он, ну, не особо, может быть, немножечко падал даже, сезонность. А если вычесть 13 и 17 год, то есть такие экстра годы, где были серьезные движения, то вот январь, февраль, до марта, даже до конца апреля падение наблюдалось. Ну, конечно, говорить о сезонности в биткоине там, где история-то насчитывает несколько лет движения, не стоит. Но все же, вот статистика и статистика, больше всего биткоин с учетом и сезонности, и без нее рос летом и осенью, вот как в 17 году, и в 13 году, и вообще за все годы осенью был самый сильный рост. Вот даже если исключить 17 год и 13, те годы, когда он сильно рос, вот он осенью растет. Так что ждем следующей осени. Ну, еще одна статья была, я читал, в ней говорилось о том, что рост в 13 году был искусственный, боты подогревали этот рост, когда он до 1000 дошел, потом вернулся. Вот так. Ну и, конечно же, интересно то, что как только я решил заняться майнингом, доходность майнинга упала очень сильно. Это не значит, что он убыточный. Я вам сейчас покажу картинку, где видно, как быстро окупается майнинг. Где же он? Сейчас. Наверное, многие знают, как он быстро окупается с самыми быстрыми картами. А вот я тут смотрел майнинг с Antminer S9.
Меня, кажется, выкинул из эфира, и я снова в эфире. Что-то не так нажал. Вот, покажу вам, как считать окупаемость. Буквально есть такие калькуляторы, я даже скину потом, кто хочет, в чат сюда. Вот, значит, окупаемость. Я вбиваю калькулятор power, да, силу, не силу, а вот этот хэшинг, мощность, так скажем. Я вбиваю сюда потребляемую мощность и стоимость киловатта. Ну, тут в долларах, евро чуть меньше будет. Точнее, тут надо в долларах, как бы надо было 0,04 поставить, но это не принципиально. И он показывает, что за год этот майнер принесет 8200. Стоит он 2500, то есть получается он окупится за год три раза. И если в месяц он приносит 675, то получается, что 4 месяца, 5 месяцев. Но сейчас цена другая, биткоин уже, вот видите, здесь было 13 тысяч долларов, сейчас уже 11400, поэтому эта цифра меньше, ну, уже 5,5, может быть, 6 месяцев, но не меньше. Ну, вот пишут о том, что пока спрос есть, окупается. Ну, зависит от цены на биткоин, и вплоть до цены там в 1000 долларов он будет окупаться. Просто медленно и очень долго, то есть там запас большой. При цене там 9, 8, 7, 6 тысяч он не будет убыточным. Плюс еще изменится вот этот hash rate, меньше людей будет добывать, у кого-то электричество дорогое, кто-то не будет просто покупать майнеры, потому что неохота ждать там 10 месяцев, они думали 3, а вот получилось 10, так что вот, вот так. Что я еще хотел вам показать, и потом мы перейдем уже к MetaTrader, к рынкам. Так, эти графики показал. Куда ездить американцам не стоит, тоже показал. Все, да, все, все графики мы посмотрели. Ну и давайте переходить уже к MetaTrader, к рынкам. Интересные дни начались все-таки. Евро, все, конечно, продолжается так же, как и было. Это, конечно, неинтересно. Но лучше, чем стояние на месте. Евро новый рекорд локальный побил за пару лет. Так не достигал он этих уровней. И вот получилось на новый хай уйти. И у нас и фондовые рынки сегодня Dow Jones 26 тысяч показал, уровень 26 тысяч. Много было интересного. Я переключаюсь на MetaTrader. Вот он, надеюсь, видите вы его. USD GPI. Ну, графически все вот так. Доллар падает ко всем валютам и к USD GPI. Если вы все-таки верите, давайте откорректируем эту линию немножечко. Если вы верите вот в силу доллара, наверное, по иене неплохой момент для покупки. Вот эту линию подтверждал. Это, кстати, дейли, причем сжатый дейли. Тут шума мало. Подтверждал эту линию несколько раз. Вот здесь на обратном пути отскоки удавалось ловить. Я даже на TradingView ставил идеи, где можно было поймать отскоки хорошие. По-моему, Take Profit так не был достигнут, но я не помню, надо смотреть. И вот сейчас приближаемся, наверное, в районе 109, там 108 можно будет смело брать, даже стоп-лосс близкий, посмотрите, вот этот глобальный стоп-лосс 107.38, чуть ниже можно поставить стоп-лосс, ну и в надежде, что доллар так сильно не свалит. Там влияет еще вот этот вот шатдаун, так называемый, должны принять бюджет, вот этот вот дефицит, конечно, его каждый год принимают, проблем с этим не бывает, хотя года 4 назад рынки настороженно ждали, пока все-таки это будет принято. Окей, идем дальше. Ну, это у нас уже CFD пошли. Газ, ничего интересного. Ну, точнее, для опционщика это хорошо. Волатильность была, ее я воспользовался, пускай не на самых лучших уровнях, и теперь она исчезла. Ну, точнее, теперь мы в каком-то диапазоне. Прекрасно, очень хорошо движется. Тесла. Что я могу сказать? Сильный уровень ждет нас на 350, даже меньше, 345. Который раз не можем пробить его. Два касания просто было за эти 2-3 дня. И до этого было. Посмотрим, чем закончится. При пробитии можно прокатиться там куда-нибудь на новый хай. И новый хай на предыдущий хай. При отскоке можно куда-нибудь на 300. Ну, вот такой коридор. А для тех, кто любит, грубо говоря, пипсовать, работать в диапазоне, неплохо. Неплохая возможность. Стоп-лоссы близкие можно ставить. Фундаментально пока ничего сказать не могу. 31 января, по-моему, отчетность по... Сейчас я посмотрю. По Тесле 31 января должно быть. Вот в Финвизе можно просто вписать тикер. И внизу
вам покажет, да, 31 января после закрытия рынков. Вот сразу после того, как биржа закроется, будет отчетность по Тесле. Идем дальше. Ну, идей пока нет, да. Snapchat, что я могу сказать? Убыточная компания, такие компании фундаментально не подлежат вообще анализу. Но если хотите снова где-нибудь на минимуме подобрать бумагу, то 12-20, там 12 копейками хороший уровень. Покупаете, вот еще $1.5 осталось, доллар. Покупаете на минимуме, ставите стоп-лосс на новый минимум или put-опцион покупаете, как угодно, можно хеджироваться, ну и ждете отскока, если вы видите Snapchat. Одна моя знакомая купила на 2019 год 20-е, по-моему, коллы, то есть она ставит на то, что в 2019 году, в январе как раз, вот истекает через год, цена будет выше 20. Ну, ее кол дешевеет, потому что она покупала где-то здесь, не вышло вот здесь, потому что у нее времени оставалось еще много. Ну, вот так получилось. Хорошо. Что еще у нас есть? Боинг. Вот нравятся мне такие свечи. Надеюсь, быков всех сейчас накажут. Как раз у меня на Боинге есть шорт. Вы знаете о нем, он давно есть. Я сегодня прикупил уже после отката. Поставил себе цель, что я больше не могу терпеть уже убыток по Боингу, я захеджируюсь, куплю кол 345, но сделал это на развороте. Не прямо здесь, было 338, по-моему, когда я покупал его. Сейчас уже 335, еще дешевле мог бы купить этот кол. Все, а дальше мне все равно. Почему я купил кол? Почему я застраховался? Потому что скоро будет отчетность. 31 января, прям такой день, все компании отчитываются именно в этот день. Почему-то 31 января будет отчетность, и я не хочу сюрпризов, мало ли, Боинг отчитается очень хорошо. Вчера я смотрел репортаж по CNBC о том, как Боинг и Airbus соревнуются, у кого больше заказов. Честно говоря, застал прям уже под конец, не успел все расслышать, о чем там шла речь, нужно найти это видео и посмотреть, о чем шла речь. По-моему, речь шла о том, что Airbus обгоняет на длительном этапе, то есть у него больше заказов, а Boeing выигрывает с точки зрения вот конкретно в моменте, очень большие у него заказы именно вот подряд были. Вот, надеюсь, этот свечной паттерн оправдается разворотом выше, ну, надо ждать закрытия свечи. Вот хорошее агрессивное движение вниз. Как это свечники, кто у нас есть свечники, кто знает, как это называется, падающая звезда, перевернутый молот или как-то еще, я не знаю, в свечном анализе не особо разбираюсь. Вот, и продаю потихоньку 280-е путы, то есть вот в этот район, если мы упадем, я не против, шорт у меня стоит, правда, он вот здесь где-то был открыт, ну ничего, 280-267, примерно то же самое, попытаюсь продать очень много. Но если вы считаете, что Boeing чересчур сильно вырос, кстати, у него P/E ratio 30 уже, и это без учета сегодняшнего роста, то есть где-то 32-33, то смело можете шортить со стопом сегодняшнего хая. 347-73, 348 или 350 можно поставить стоп-лосс и шортить в надежде, что... Ну, ловить ножи называется, такое нельзя, конечно, делать. Так, Олег пишет, что по статистике гэпы закрываются. И Алекс пишет, что у него заказов на 8 лет вперед. Да, Алекс, вот об этом я и говорю. У них вообще всегда заказов на много лет вперед. Да, никогда не бывает так, чтобы заказов вообще не было, или они были на пару лет. Сейчас в авиаиндустрии просто бум-бум-бум, все растет, люди летают все больше и больше. Ну и, собственно, у Боинга очень много заказов. Но Боинг, кстати, вырос 2 раза за год. В 2 раза, это очень много. Если взять, вот, допустим, 17-й год, даже на Weekly посмотрим. Обратите внимание на Finviz. Покажу статистику. Вот, P/E ratio уже 31, даже 32. За год, с начала года только 14% прибавил. За год 112%. Прошлый год, не за год, а прошлый год 112%. Бумага из Dow Jones редко так растет, ну, это много. Конечно, никогда не бывает очень много, всегда может быть еще больше. Ну и Олег пишет про гэп, и давайте посмотрим гэп, где у нас гэп. Да, вот у нас гэп один вот здесь, daily гэп, и сегодня был гэп, его закрывают, уже даже закрыли, если считать сегодняшний лоу 335-335-48. А вот еще один гэп, может, его закроем. На Weekly, может, на Weekly тоже есть гэпы? Нет, на Weekly только сейчас был гэп.
Так особо я не вижу. И вот здесь еще был гэп на weekly. Ну и на масле навряд ли есть гэпы. Да, очень-очень-очень сильный бурный рост. Хорошо, идем дальше. Это так, для любителей ловить ножи. Биткоин, вот он, собственно, 111, точнее, 11-100-129. Ну, вы знаете, что я скептиком был по биткоину, хоть и ввязался в авантюру по майнингу с клиентом, не на свои деньги. Все рассчитали, все посмотрели и решили, что можно в это ввязаться, если вы хорошо купите майнер. А купить его хорошо можно только у производителя, у Bitmine. Здесь в Таллине, например, они стоили в два раза дороже. Вот по той цене точно год пришлось бы покупать. Но те, кто работал в реальном бизнесе, скажут: ребят, что такое год? Год — это, в общем-то, вообще отличная окупаемость. А уж 5 месяцев – это вообще сказка. Так что как бы не менялась цена на биткоин, пока еще она находится достаточно на высоком уровне с точки зрения майнинга. Вот Алекс спрашивает, почему гэп должен быть закрыт. Это скорее психологическая такая идея. Я не сторонник того, что прям вот все гэпы должны быть закрыты. Я найду кучу способов, кучу моментов, когда гэпы не были закрыты. Но вот у рынка есть такая идея, мнение, что гэпы должны быть закрыты, что вот рынок любит возвращаться и закрывать гэпы. А на самом деле, если вы почитаете Мерфи, Джона Мерфи, то он говорит, что гэп – это хороший повод докупаться в том направлении, потому что гэп говорит о том, что рынок растет быстрее, чем просто вот обычный тренд. Да? Свеча закрылась, свеча открылась. Гэп – это скорее признак усиления скорости движения вот в том направлении. Поэтому я, Алекс, как раз тут согласен, что не обязательно прям гэп должен быть закрыт, но вот рынок считает, что гэп – это повод в ту сторону сыграть. Хорошо. Точнее, что хорошего? Хорошее у нас то, что у нас еще много инструментов осталось. Помимо биткоина есть много интересного. Давайте идем дальше. Microsoft такое же движение делает. Dow Jones, кажется, сегодня показал максимум и боится идти на новые хаи. 26 тысяч – это достаточно неплохой уровень, сильный рост за год вообще там уже получается. Прошлый год 25%, еще пара процентов в этом году, то есть получается треть за год с лишним. Microsoft, кстати, очень технично ходил, ходил, ходил и продолжает ходить. Если упадет в район 83-82, наверное, повод будет снова взять. Apple показал тоже новый хай и тоже испугался. Показал и показал сразу же свечу в этот день. То есть сегодня у нас такая свеча. Триллиона Apple пока не достиг. Чтобы Apple стоил 1 триллион, нужно, чтобы бумага дошла до $194 за акцию. Вот тогда будет капитализация триллиона. А пока было 179,37. Посмотрим, чем это закончится. Так, пошли кроссы. Нефть. Нефть. Может, тут произойдет что-то интересное. Кстати, впервые за долгие недели, как вы думаете, что случилось на рынке нефти? Произошло, ну, достаточно серьезное увеличение количества буровых. Запасы уже никого не удивляют, просто адскими темпами увеличиваются в США. Но вот буровые наконец пошли вверх серьезными темпами. Там уже 752 снова было, хотя падали до 742, по-моему. 5-6 буровых США, в Канаде был сильный скачок, но он был после снижения, снова вернули количество буровых. Это очень для меня такой подозрительный момент, почему в Канаде так скачут буровые. Я несколько нашел графиков, удивительный просто, удивительная волатильность на буровых, на количестве буровых в Канаде. Он просто может одну неделю сделать минус 30 штук, другую неделю плюс 50 штук. Я не знаю, с чем это связано, вот все время пытаюсь покопаться, найти, что это может быть, но никак руки не доходят. Ну вот, нефть, посмотрим. Тут, конечно, поддержка есть на 63, поддержка ли, пробьем ли, ну пока делать нечего. Я бы не стал покупать, а вот после пробития 63 погонял бы немножко на уровень 60 точно, попытался бы погнать вниз. Мол, все, over, бычий рынок закончился, ребята, все, запасы были хорошие, молодцы, поздравляем. Кстати, говорят, что саудиты, я читал, по-моему, русский был аналитик, Крутихин, по-моему, его звать, RusEnergy, что ли, называется это издание, не помню. Он писал, что саудиты могут после приватизации Арамко, да, нефтяной компании, могут вообще не сильно беспокоиться по поводу ситуации на рынке нефти, не сильно гнаться за высокими ценами, так бы, как бы на самотек пустить, так что ОПЕК теперь может быть менее строгий в этом смысле, хотя куда уже строже, на год продлили
сниженные квоты. Ну и плюс такие цены интересны ведь не только сланцевикам, допустим, у них уже предел какой-то достигнут. Такие цены интересны другим странам, вне ОПЕК немало стран. Да и сам ОПЕК будет думать, не начать ли увеличивать добычу, хороший повод, высокие цены. Дисциплина, вы знаете, в ОПЕКе была плохой. Вот в 2017 году она оказалась не очень плохой, даже хорошей. Некоторые страны даже перебарщивали с добычей, точнее, сокращением, да, квот. Ну, так что чем выше цена, тем больше искушение для стран ОПЕК начать мухлевать. Так, индекс доллара новый лоу. Тут голова и плечи сначала была перевернутая, потом прямая, сработала. Видите, линия шеи с небольшим вот здесь грязным исполнением, с линии шеи очень сильно упали. Вот так бывает, да, голова и плечи перевернутая, потом прямая, и вот так исполнение и той, и другой головы и плеч. Это у нас золото, наверное, weekly, да, weekly, потому что daily выглядит куда более бычим момент. Ну вот, вернусь к weekly, достигли какого-то уровня, вот здесь можно опустить этот график, этот вот нисходящий такой канал, посмотрим, что с ним случится. Я бы все-таки пробовал, наверное, к продажам приступить, у меня колы проданы, 1375 истекают в марте. Так что можно попробовать зайти и выше этой свечи, выше предыдущего максимума поставить стоп-лосс. Может быть, он не маленький, но вот сокращайте объем. И у нас напрашивается такой треугольник, вот такой сужающийся, может погонять до 1250. Очень такой магнит, уровень магнит притягивает все время цену. 1250 много раз уже касались. Ладно, идем дальше, сигналов-то особо не видно. S&P. Не в последний раз, может быть, но такой свечи давно не было. Тень, начало торгов бурное, после праздников трейдеры, видимо, решили гнать новый максимум. Но медведи не спят, медведи при каждой высокой цене заходят и валят рынок вниз. Так что вот так, можно и здесь делать шорт со стопом выше текущего хая. А этот хай был 2807. Неплохой уровень, на самом деле, 2800, да, круглая цифра, дойдут ли до 3000, но вот разбегается тренд, разворачивается все сильнее и сильнее, прям просто разошлись. Ан пишет, что 21-го собирается ОПЕК про плавный выход из сделки. Спасибо, да, за информацию, я как-то пропустил это. 21-го чего? Февраля или марта? Они обычно два раза в год собираются. Января даже, то есть вот совсем скоро, вот что я пропустил. Спасибо, спасибо, Ан, вот полезны вебинары, скайп-чат трейдерский полезен вот именно такими вещами. Люди, кто следит за отдельными сегментами, помогают, скидывают информацию. Вот теперь мы знаем, что 21-го будет ОПЕК собираться, что они там обсудят. Надо почитать сценарий на самом деле. Кстати, вот Крутихин как раз об этом и писал, просто я выдернул из текста то, что мне нужно было, остальное забыл. Окей. Окей, идем дальше. Кросс, как 40, так и не вырвется вперед. BMW хорошо вырос, новый максимум локальный. Бренд, такая же фигура, как на WTI. Сейчас мы дойдем до наших любимых евро и... Что? Евро и... Вот, кстати, ваш Ripple. Кто там хвалил? А, нет, это не в чате было. Ripple, Ripple, Ripple. Почти все отыграл. 1.19. Вот так. Так что лучше, если уж лезть в криптовалюты, то только арбитражом и майнингом. Надо, кстати, посмотреть, как там с арбитражом. Я вижу на одной бирже 11300, проверить бы Чикаго. Давайте я быстренько посмотрю Чикаго и скажу вам, что там происходит на чикагской бирже, какие котировки. Для начала надо... Так, а как здесь... Открыть. Секундочку. Так. Я на другом мониторе смотрю, вам не будет видно. BRR, Bitcoin Reference Rate. Это такой инструмент, индекс, на который, собственно, фьючерсы и продаются. Я сейчас открою у другого брокера, который, да, фьючерсный брокер. Да, вижу. Значит, июньский 11500, небольшая разница. И январьский 11.295. Уже разница в сторону снижения. И текущий на одной из бирж, не помню, какой здесь у меня котировки на экране, 11.336. Вот видите,
очень сильно сократился. На 20% почти упал фьючерс на биткоин на бирже. Я не знаю, насколько он упал на площадках, то есть вот в кошельках, я их биржи стараюсь не называть. А вот фьючерс упал почти на 20% за день. Что я могу сказать? Значит, получается, в моменты снижения цены сокращается возможность арбитражирования. В моменты роста цены, бурного роста, арбитраж, появляется такая возможность. Вот как минимум мне так кажется, что именно такая последовательность. Теперь Алекс спрашивает по CME Group. Смотрите, Алекс, я, конечно, когда торгую, я не смотрю, где, на какой бирже это торгуется. К сожалению или к счастью, у меня есть брокер. Я выхожу на, да, открываю терминал, смотрю, что в терминале происходит. Мне кажется, что то, что вы спрашивали сегодня в скайпе, чем отличается вариационная маржа от начальной маржи, первоначальной маржи, тем, что первоначальная маржа – это та сумма, которая вам нужна, чтобы открыть фьючерс. То есть sell или buy – неважно. Фьючерс – это такой дериватив, где с вас пишут залог, продали вы или купили – неважно. Но после истечения, да, полуночи, когда вы переносите позицию, для поддержания этого фьючерса вам необходимо чуть меньше суммы. Например, initial margin 4500, вариационная маржа, поддерживающая маржа, maintenance margin, допустим, 3700. А вот уже на следующий день вам понадобится 3700. Эта сумма будет страховать вас от движения вашего фьючерса против вас. То есть, если вы в buy, то против движения вниз. А, например, на нефти это 3,7 доллара, 3 доллара 70 центов. Если вы купили по 40 и цена упала на 36,30, то у вас эти 3700 ушли. А в тот же день у вас залог будет 4400. По-моему, на них сейчас такие залоги. Или, может, увеличили. А эти залоги меняют время от времени. То есть, если волатильность на рынке растет, брокер принимает решение, точнее, биржа сначала принимает решение, вот тот же CME Group, принимает решение увеличить залоги по, допустим, нефти, и брокер эти залоги перекидывает на нас. То есть, он тоже увеличивает. Иногда прям с биржи идет, например, у меня брокер, да, ну, из топ-брокеров, с биржи прямо приходит такое большое сообщение, это вот в 2009 году такое было, когда резкие обвалы были, прям красная такая молния, что по всем, допустим, commodities или по всем energy commodities, по нефтяным, газ и так далее, увеличивается маржа, ну, допустим, там на 40%. А вот так. Все, что я могу сказать, если я ответил, конечно, на вопросы. Я не знаю просто, о чем тут говорить. Тут все настолько просто и понятно, и делать нам с этой информацией нечего, что вот, вот так. Ну и плюс я не самый активный трейдер фьючерсами, я все-таки больше по опционам. Иногда у меня на руках остается фьючерс, иногда, когда по опциону уходит in the money, деньги мне дают фьючерс. И знаете, как статистика, что статистика мне говорит? Избавляйся от фьючерса сразу. Вот не получается у меня угадывать, и все. Видимо, я уже до костей мозга опционный трейдер. Как только мне на руки дают товар, будь то Boeing, будь то фьючерс на что-либо, 9 из 10 я буду терять на этом фьючерсе, хотя на опционе все было хорошо. Ну да, немножко вошли в деньги, там купленный опцион мне принес деньги, проданные, точнее купленный опцион мне принес фьючерс, проданный опцион принес деньги. Так, кто такие спекулянты и хеджеры? Да, хороший вопрос, кто такие спекулянты и хеджеры? Вот этот вот биржа, точнее клиринговая палата биржи высылает всем крупным игрокам и некрупным такие как бы анкеты. Я вот знаю одного трейдера в Эстонии, он торговал, у него объем на опционы, на фьючерсы на евро, евро-USD, был такой большой, огромный, что ему с биржи пришла анкета, которую нужно заполнить, чтобы стать large traders. Вы, наверное, видели, в Finviz есть такая статистика, large traders, small traders, hedgers. Ну, хеджеры понятно, это те, кто не спекулянт, они торгуют не ради того, чтобы там заработать. С ними все ясно, это там промышленники какие-то компании, это экспортеры, импортеры. А вот small traders и large traders, это как раз вот это вот на основании этой анкеты клиринговая палата или биржа сама, или ее клиринговая палата составляет, так сказать, профиль. Все крупные игроки, те, у кого объем торговли превышает какой-то уровень, я двух знаю людей, у которых превысил. Был еще трейдер, в Андорре сидел, торговал, он тоже как-то хвастался, что ему прислали эту анкету, теперь он large trader, он большой, он крупный трейдер. Он ее заполнил, отослал. Ну, допустим, он торговал, по S&P, по-моему, допустим, он торговал 100 контрактами. Как только вы превышаете 100 контрактов, я не уверен, что именно 100, по-моему, 100, то вам сразу приходит вот такой
такая анкета, и вы ее заполняете, и теперь все, вы попали в статистику, и эта статистика попала на сайт биржи, вот то, что мы называем COT, да, COT. Покажу в этом самом, есть в Finvizy, это есть. Открываете любой фьючерс, допустим, ту же нефть, вот здесь внизу видите contracts, да, вот COT. Красные – это крупные игроки, large traders, синие – small traders. Давайте что-нибудь другое выберем, где большие есть разницы. Ну вот, пшеница, например, или какие-то металлы, там, по золоту, вот так вот. Так вот. Так что, вот, у нас время подходит к концу, что мы не обсудим. Да, следующий вебинар будет вот здесь, смотрите, не пропустите именно... В этой платформе мы теперь в YouTube будем делать следующие вебинары, все, которые будут вот после сегодняшнего. Я вам кидаю ссылку вот сюда, в чат. Пожалуйста, поставьте колокольчик, там есть значок, чтобы быть подписанным, reminder, да, напоминалка. Лайк, ну, то есть вы не пропустите, видите, написано live in 6 дней, в течение 6 дней это будет, ну, не все, а после, через 6 дней будет этот вебинар, и вот так же, как и наши стримы, а следующий стрим будет 24-го уже, 23-го во вторник вебинар через неделю, 24-го будет первый стрим. Вот так. У меня, наверное, все. Я, наверное, уже все, что хотел сказать, вам сказал. Идей особо сильных не было, ну, разве что давайте шортить, ловить ножи. Давайте ловить ножи, индексы очень сильно выросли, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я не призываю, я так сделал на Боинге и пожалел, да. Просто единственная идея, которую спекулянты шальные реализуют, это как бы ловить ножи, то есть шортить на сегодняшнем вот развороте с свечном, или как его назвать. Окей, если есть вопросы, пишите, тут в личку, да, я вижу вопрос, я посмотрю интервью культуролога, если что-то, вот шортить золото, Максим уже шортит золото. Я жду сезон отчетности, вы знаете, я опционщик на акциях большей частью, я жду сезон отчетности, чтобы вот он сейчас начался, январь как раз и февраль, чтобы собрать по своей стратегии пенку с рынка и следующие 2-3 месяца ждать, как это все закончится. А если отчетность будет выходить лучше, чем того ожидали, конечно, мы увидим рост акций. А, наверное, я начну продавать колы, но не просто колы, а стратегии. И наоборот, если мы сделаем какую-то коррекцию ввиду несостыковки завышенных ожиданий рынка и наступление разочарования после этих завышенных ожиданий, я буду продавать путы, но мне бы хотелось достаточно дальние путы продавать, то есть кто знает, может это начало разворота, чтобы не попасть там 7% коррекции и все, я влип, да, ну хотя бы 10, пускай это будет более дальний срок, не марта, апрель, не апрель, а май, но 5-7% мне маловато. Помните, я сегодня вам показывал статистику, что успешные годы обязательно оборачиваются ростом волатильности. Не обязательно падением рынком, но рост волатильности будет. Будем надеяться. Всем хороших трейдов, хорошего вечера. Увидимся в следующий вторник. И в среду будут стримы. И их будет в этом месяце, ну, штук 6-7 точно. У нас ставки будут, у нас ВВП, по-моему, будет. Ну, я календарь составлял, там масса всего интересного будет. Так что всем удачи на рынках. Добавляйтесь в Skype. Кому интересно, можно даже в Инстаграм добавиться, вот это Инстаграм, не сказать, что он трейдерский, там контент, в общем-то, больше жизненный, а вот в Скайпе у нас есть чат трейдеров, и там у нас 34 человека, мы там общаемся. Всем спасибо, всем до свидания, всем хорошего вечера и хороших торгов. Надеюсь, вы не огорчены обвалом биткоин, даже я не огорчен, хотя карты, майнеры уже в пути, поздновато. Я не знаю, снизил, кстати, производитель цену. Вот сейчас я посмотрю и скажу вам, снизил ли производитель цену. Ведь сегодня был обвал, и по идее производитель должен чуть дешевую цену дать. Хорошо, мы в Таллине их не купили в 3 дорого, чем в 2 раза дороже. Вот у меня открывается сайт, сейчас посмотрим. 2725, нет, он даже повысил, точнее цена старая, высокая,
И видите, sold out, невозможно даже купить. Sold out, все продано. Я вам покажу на всякий случай. Кто хочет, вот этот сайт, есть сайт производителя. А, вы видите уже. Sold out, все, 2725. Мы покупали по, по-моему, 2300 или 2200 было. Удалось поймать. Вот он. Ну, посмотрим, может быть, со следующей недели еще дешевле будет. Но я думаю, что они все партии давным-давно продали. Давным-давно. Все, всем спасибо. Рынки, на самом деле, им 200 лет. Биткоин вчера появился, так что желаю вам торговать на более широком, да.